Перед разговором с Путиным Такер Карлсон объяснил западным СМИ, почему он запросил интервью с президентом России. Tonight we're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away. Главную свою мысль Такер выразил так. Мир должен знать, что думает о нем президент России Путин. Интервью длилось 2 часа, запись велась операторами, которые были согласованы обеими сторонами. Представителей СМИ не было, о факте проведения интервью официально объявил Дмитрий Песков. Владелец Твиттера Илон Маск обещал первым разместить интервью на своих ресурсах. Такер Карлсон, 54 года, родился в 1969 году в Сан-Франциско, Калифорния. С 1992 года работает в журналистике. В мае 2009 года устроился работать корреспондентом на канал Fox News. В 2013 году стал соведущим в шоу «Выходной с друзьями». В ноябре 2016 года стал вести собственное вечернее шоу «Такер Карлсон сегодня вечером», которое и сделало его самым популярным телеведущим Америки. Имея традиционное консервативное мировоззрение, Карлсон, невзирая на лица, высмеивал трансгендеров, которые захватывают власть в США, высказывался против абортов и мигрантов, говорил о том, что Россия не является угрозой для Америки, и постоянно троллил президента Зеленского, выступая за прекращение помощи Украине. Несмотря на то, что руководство Fox News поддерживает Дональда Трампа и через Карлсона транслировало его интересы, теряя рекламодателей под давлением правящей элиты, в 2023 году вынуждена была уволить Такера Карлсона, проработавшего в компании 14 лет и сделавшего ее суперпопулярной и богатой. В июне 2023 года Карлсон дебютировал в Twitter с 10-минутным роликом, записанным из дома, в котором возложил всю ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину и критиковал Зеленского. В настоящее время Twitter Карлсона имеет миллионы подписчиков, которые дают ему доход больше, чем он имел в Fox News. К сожалению, в России он закрыт. Также он публикует свои материалы на ТикТоке, где тоже около миллиона подписчиков. А еще Карлсон имеет собственный сайт, на котором и публикуются основные его материалы. А совсем недавно Такер начал работать на Ютубе, где пока только 300 тысяч подписчиков. Поэтому скоро интервью Карлсона с Путиным увидят большинство американцев, и не только. Судя по воплям в интернете, это интервью хотят увидеть в других странах. Поведение Карлсона показывает, что он не особо боится администрации Байдена, имея защиту от Трампа и его сторонников. И по всей видимости, обещание Трампа сделать Карлсона своим вице-президентом после выборов не пустой звук, и Трамп уже готовит себе преемника. С большой долей вероятности Путин давал интервью не просто Карлсону, а официальному представителю нового президента Дональда Трампа, а в недалеком будущем вероятному президенту Соединенных Штатов Америки.